знаете, для меня очень важно дарить, ну, как маленьким детям, так и взрослым, знаете, такую надежду, потому что я умею это делать, и для меня очень важно видеть в глазах зажигающие огни вот это вот счастье, позитива. У спортсменов очень непростая жизнь, мы очень много всего лишены в жизни, да, ради какой-то определенной цели. Цели в жизни могут быть разные, это олимпийская медаль или действительно вылечиться от чего-то. Идти к этой цели важно, верить в себя и верить до конца, что это все получится. И вот такие вещи нужно делать для того, чтобы вот иногда приходили и это детям рассказывали. Один раз скажем, второй раз, на третий они поверят. Стань частью нашей команды.